Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Анна. Скажите, вот мы только что говорили о фильме «Анатомия любви», и вам показалось это более телевизионным, чем документальным. В чем разница? Разница в манере съемки, в использовании приемов, таких как синхрон, закадровый текст и, в принципе, задумки. То есть все было запланировано и снято. Вот я занимаюсь шоу-бизнесом, там такое понятие «сцепляет». Вот у вас сцепанул этот фильм или нет? Наверное, скорее нет, чем да. Я, если сама идея интересная, но ее можно было по-другому воплотить, так чтобы был совершенно другой эффект и результат. А как вы думаете, за рубежом это будет интересно? За рубежом, да. Почему? Возможно. Ну, потому что все равно так или иначе затрагивается достаточно интересная, ну, как бы важная тема жизни в России, в том числе тюремная жизнь, судьбы людей, которые попали в тюрьму, будучи беременны, с маленькими детьми. Ну, у меня больше всего там потрясли цифры, что в России 850 женщин, да, матерей, которые родили в тюрьмах, и младенцы живут в тюрьмах. Да, да. А всего выделено там 34 комнаты. 34 комнаты, да. То есть это, видимо, какая-то извечная русская трагедия, которая не кончается. Почему я это говорю? Что, допустим, Аксенов, Василий Аксенов, 8 лет жил в лагере младенцем, да? Угу. Его сестра вообще найденыш. Евгения Гинзбург подобрала ее просто у умершей матери, она неизвестна, она стала сестрой Аксенова, потому что она была найдена в лагере. Вот эта трагедия, мне кажется, вот продолжается. Вот да, это. Да, совершенно. То есть вот в этом смысле, по-моему, это цепляет. Цепляет, и будет интересно Западу, например, да? Ну, я вот единственный, может быть, человек, который был и в наших тюрьмах, и в американских. Здесь я был как агитатор, а в американских я был как представитель русской делегации по обмену опытом культурным каким-то. Угу. И вот здесь наши тюрьмы, они как-то кажутся более свободными, чем американские. Потому что там они вот сидят, как мы вот тут сидим. Все сидят, все мягкое, все открыто. И абсолютно безысходность там. Угу. Причем женщины, мужчины вместе сидят, там смотрят, потом расходятся по камерам. Там тоже такая же безысходность. Я думаю, это вряд ли особо кого-то интересует, эта вечная безысходность. Ну, в принципе, да. Вот, знаете, полное ощущение, что вот эти наши проблемы, которые вот выразились в Солженицыне, там, в Бродском, да, они всем уже надоели, да. Угу. Никого эти русские проблемы сейчас не интересуют. Дайте нам товар, да, это уже перестало быть товаром. Все русские магазины книжные там закрыты, все русские кафедры закрыты, да. Вот кино еще не закрыто. Да, да, интерес по-прежнему есть. Да, поэтому вот, допустим, фильм, мне очень нравится, не знаю, как вам, называется вот этот «Портрет сумерков», тоже женский фильм. Я все пытаюсь его посмотреть, пока... Ну, гениал есть в открытом доступе, да, на IBI. Да. Ну, нет, планирую, просто еще не было времени, к сожалению, да. Да, вот это действительно интересно, да, потому что то, что происходит у нас в стране, совершенно неправдоподобно. Но это игровое кино. Да, но да. Это, по-моему, оно больше документальное, чем вот то документальное, да, о котором, да, мы говорим. Да. Оно действительно больше документальное. Ты смотришь и... Более того, вот я занимался бизнесом в 90-е годы, ну, вот самые горячие. И сейчас другой язык, другая ментальность, другой бизнес. Это вот то, как будто ты бы окунаешься вновь вот эту проблему, которая сейчас существует в отношении людей. Не кажется? Да, вот, вот это, может быть, именно действительно слишком казенно она сделала. А вот эти, которые сегодня фильмы будем смотреть, это ваши друзья сняли? Нет, но один из фильмов я видела, как я съел стипендию, честно говоря, не считаю его шедевром. Вот, и мне кажется, тоже какое-то играло что-то, скорее всего. То есть зачем? И кое имеет он отношение к документалистике, мне тоже стало понятно. Ну и, конечно, последний вопрос. Вот сейчас все, что действительно существует, существует на YouTube, да, вся документальность. Вот наше с вами интервью сегодня утром уже будет видеть весь мир, да? И, может быть, остановим тогда? Да, да, это так и есть. Поэтому вот не кажется ли вам, что на документальное кино наступает вот этот жанр документального
репортажа, что здесь вот документальное кино, мне кажется, вот раньше это было, в общем, единственное как бы окно в мир, а сейчас это оттесняется. Как вы думаете? Знаете, я думаю, что два эти направления развиваются параллельно. Как телевизионный формат за счет бюджетирования продолжают эти фильмы продаваться, да, на каналы. Вот, но авторское документальное кино тоже прорывается. Единственное, что настолько редко и редко где можно его увидеть, что, к сожалению, это проблема. Вот. И очень многих людей есть шаблон в голове о том, что документальное кино – это нечто ЧБ, хроника и не более того. Но те, кто увлекаются, смогут фильмы видеть и на доке, и на документальной среде, вот, и на фестивалях. А вопрос денег, кто за это будет платить? Зрители. В том-то и дело, что да, бюджетирование минимальное, и насколько вот я недавно узнала, есть возможность только у самостоятельных независимых режиссеров, презентуя проекты Западу, получается оттуда субсидии, и здесь уже как-то продолжать и снимать самостоятельно. Вне зависимости от телевидения. Ну, успехов вам, Манна. Спасибо. Спасибо за интервью.